здание Харгарифраш. Вот только главный вход завален наглухо, а все остальные блокированы системой охраны. Частично разблокирован только подземный гараж. Через него тебе и придется прорываться наверх. Образцы биопротоколов хранятся в научном секторе на 18 этаже. Лифты и лестницы сейчас перекрыты, но ты можешь перезагрузить систему с поста охраны в холле. Постарайся поторопиться. Алькатрас, сюда! Быстрее! Здание Харгарифраш прямо перед нами. Работаем без спешки, но решительно. Вперед! Проникнуть в здание Харгарифраш. Следовать за Чайном. Здание блокировано. Чтобы войти, нужно устроить взрыв в гараже. Образцы биопротокола хранятся в научном секторе на 18 этаже. Туда можно подняться через холл. Алькатрас, гараж блокирован. Здесь нужна взрывчатка. Усовершенствовать нанокостюм. Подняться в холл на лифте. Thank you.
Это Джейкоб Харгрив. Приказываю немедленно прекратить огонь. Заткнись, старик. Пророк умрет здесь. Идиоты. Костюм идиоты. Вы уничтожите нашу последнюю надежду. Прекратить огонь. Локхард. Я делаю то, что
прощального центрального вокзала. Присоединяйся. Алькатрас, если ты меня слышишь, прости, мы не продержимся. Повторяю, не продержимся. Я увожу бойцов к центральному вокзалу. Если можешь, постарайся добраться туда. Ты нам нужен. Что они тут развели? Закрыть уши! Не слушай! Это шесть! Держитесь! Идиот! Мы идем к вам! Бесполезно! Да. Непрерывный огонь! Поговорим! Полковник Баркли. Внимание всем группам огневой поддержки морской пехоты на главном объекте и на периметрах. Требуется организованное отступление к вокзалу в несколько стадий с перегруппировкой в ключевых точках. Цель – полная эвакуация гражданского населения и раненых. До ее окончания нужно держать станцию. У вас максимум час на то, чтобы подтянуться сюда. Потом, если повезет, отправимся по домам. Скорость приоритетна, господа. Мы сваливаем из города. Всем удаленным группам огневой поддержки! Двигать точку к западу от вокзала! В библиотеке перегруппировка! Вместе отходим к вокзалу! Эвакуация будет в течение часа! По туннелю связи! Это группа! Это часть людей! Шарь по этой
Внимание всем! Это Баркли! Полная эвакуация начнется на терминале через 30 минут. Поезда ждать не будут. Последний рывок, господа! Эй, там! Нам нужно огневое прикрытие! Они приближаются! Огонь! Огонь! А вот и они! В укрытие! Сектор чист. Целей нет. Конвой «Браво» нас ждет. Соединяемся на 42-й западной. Вперед! Санитарную палатку! Давай! Слой готов к выходу! Держите сектор, пока мы не выведем гражданских! Эхо, ты нам! Вперед, слышишь?
Пехотинцев кальмаров. Не торопимся, господа. Три восточных туннеля. Первым делом вывезем гражданских. Последний поезд наш. Главное продержаться до этого момента. А как насчет карантина? Мы проверяем всех, что садится в поезд. Варфи говорит, кто у нас проведет. Алькатрас, впереди тебя ждет штаб сержант Рейнер. Мы будем тут. Спасибо за помощь. Удачи. Сержант Рейнер, парень, нам тут пригодится твоя помощь. Подрывники плотно обложили здание «Оникс» в конце улицы. Нам надо взорвать его и блокировать минометы кальмаров. Но прерыватели отрубились. Нужно проникнуть в здание и снова их врубить. Причем быстро! Цепа на подходе! Все цели уничтожены.
снаружи! Готов. Остался один. Вперед!
Точно! Есть! Алькатрас, вернись! Мы тебя прикроем! Жахни по нему!